Ни один живой организм не может обойтись без воды, а для человека она является жизненно важным продуктом. Поэтому МУП «Водоканал» и старается следить за качеством воды, которая течет из крана каждого кузнечанина. Для этого работники «Водоканала» в этом году заменили стальные трубы на полиэтиленовые и провели новый водопровод общей протяженностью почти 5,5 километров. Начато строительство водопровода по улице Красноармейской протяженностью 476 метров, из которых уже уложено 248 метров. Но на качество воды влияет не только замена или укладка новых труб, но и ряд других мероприятий. К примеру, отремонтирована 51 задвижка на водопроводных сетях. Также сети протяженностью 21,5 километра промыли. 307 водоразборных колонок были отремонтированы, а главные работники «Водоканала» произвели чистку и обеззараживание всех городских резервуаров. В новом году МУП «Водоканал» продолжит свою работу по замене водопроводов и очистке кузнецкой воды. А пока директор МУП «Водоканал» Александр Яблоков поздравляет всех кузнечан с наступающим Новым годом. Дорогие кузнечане! Поздравляю вас с наступающим 2011 годом. Желаю, чтобы в следующем году мы могли наблюдать наш любимый город более красивым, сильным и молодым. Желаю, чтобы в следующем году было как можно больше побед и свершений, и как можно меньше огорчений. От всей души поздравляю с Новым годом, счастья, здоровья, семейного благополучия вам и вашим близким.